Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас Subaru Forester. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну, а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина 7 мм. Называется он блокшот. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!